seconds remaining. 5 seconds remaining. The Undying wakes. Dire team, pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Добрый день. Ну что, вот и состоялись пики. Немножко опоздали мы, точнее не опоздали. Успели вовремя. И на данном этапе команда MVP Феникс уже разобрала своих героев. Взяли Джаггернаута, взяли Нагу Сайрен, Бэтрайдер, Шейкер и Скайрос Маг для команды MVP. Со стороны команды Underminer, Квапа, Вайпер, Vengeful Spirit и Undying вместе с Троллем. Undying сложный, и это приятно будет посмотреть. Вообще приятно будет посмотреть за противостоянием данных коллективов. Азиатская дота день ото дня радует все больше. Все интереснее смотреть, и скорее европейская дота постепенно превращается в ту самую 70-минутную муть. Ну, на данном этапе для команды MVP имеется Нага Сайрен в пике. Фени на ней, Фени с двумя танго и не своими, и есть подозрение, что Фени у нас отправится на мид на Наги Сайрен, ну иначе зачем бы ему копить деньги? Деньги, конечно же, копятся на ботл, а дальше, в общем-то, все по классической схеме, муть, боли, унижение в течение 70-80 минут. Будем надеяться, что команда Underminer сможет рано реализовать стратегию с Undying'ом. Undying тролль, Винга, тут опять же яд от Вайпера, уходить никто толком не должен. Эскейпа как такового у команды MVP не имеется, разве что форстаф в итоге появится у нас у Бэтрайдера и сон Наги Сирены, чтобы как-то хоть сделать тэп-аут под количеством мумий от Томпстоуна. Ну тут действительно, по данному пику команды Underminer очень много зависит от реализации. Как у кого пойдет игра, как кто отстоит на лайнах, от этого будет зависеть практически полностью исход борьбы. Кьюо на Джаггернауте отправляется фармить сложную. Нац у него на подсейв. Ну и сюда приходит Ациоф. Ациоф не так недавно, не помню кого точно, но Ациоф просто отыграл великолепно на две игры Best of 2. Сначала он играл, не помню на ком, а вот вторую игру играл на Виспе. Мне очень хорошо запомнилось. Там Висп в полнейшие щи уничтожил то ли Arcanus Gaming, то ли CSW. Кого-то, какую-то неплохую команду. Реально неплохую, то ли Invasion. Вот, и АЦОВ, конечно, на Шейкере выше всяких похвал. Последнее время, последние 2-3 дня. Собственно, смотреть приятно и... Разумеется, какой-то яркие краски какие-то в игру вносит. Потому что обычно от саппортов ничего такого толком не ждешь. Все привыкли керри наблюдать. Ну что, у нас проседает очень сильно по ХП Клауд. Еще один голубь в спину Клауду. Ну и между деревьев поймали у нас беднягу тролля. Первый фраг для команды MVP Феникс. Забирает его Скайрос Маг. У Наца теперь появляется сапог. Скайрос Маг бомжевать у нас уже не будет. А в это время у нас Марша гоняют на легкой линии. Марш пошел в соло на топ-лейн. Здесь, кстати, бойс у нас далековато зашел. Надо тпшиться. И решает прям на базу тпшиться. Странно, немного странно. Квапа также здесь у нас стоит от Дженни. И на миде Висем играет на Вайпере. По лайнам, в общем-то, разобрались. Против Вайпера на миде стоит Фени. Все как... Я предполагал, все, чего я боялся, все это таки произошло. Ну, не так страшно, на самом деле. Страшнее было ожидание
куда у нас все-таки пойдет Нагасайрен. Ну, теперь понятно, в принципе, чего ждать. Нагасайрен будет долго фармить, дальше иллюзии будут долго фармить. А потом будут падать товара, потом будут падать троны. И все это будет на час плюс. Ну, короче говоря, жесточайшее испытание для меня, для вас. Ну, посмотрим еще. Возможно, загнобят действительно Нагасайрен, и тогда уже... Не так долго будет длиться данная игра. Q у нас начинает раскручиваться. Под ноги Vengeful Spirit Blade Fury. Blade Fury добивает у нас Венгу. Здесь Нац, в свою очередь, погибает со стороны команды MVP. Пока что разменялись один в один. Q решил подраться у нас с Клаудом. Ну, в принципе, можно бы. Можно, но Хиллинг Варда нету. Но и опять же, здесь бойс уже приходит. У Q 150 хп. Тут, естественно, на одни топоры и на пару ударов. По лицу. А для тролля это вообще не проблема. Улетает у нас Кью, хилится под фонтан. По золоту, по опыту изменений практически не произошло. По крипстату давайте глянем, что у нас там у Наги. 13 на 1 у Фени и против него Вайпер, у которого 17 на 7. Вайпер, разумеется, на ранних левелах помощнее будет. Ну, Наги Сайрен, разумеется, пока ничего по артефактам появляться толком не должно. Потому что как можно раньше надо вывести Радианс. Иначе зачем вообще Нага на миде стоит? Все это, думаю, прекрасно понимают и неоднократно попадали на подобные игры. Кью отправляется у нас на топ. Фейсбуцы приобрел себе. Тут трипла, вся трипла перемещается на топ. Что теперь делать Бетрайдеру? Видимо, Марч отправится выфармливать леса. Ну, возможно. Ациоф один на сложный был, и Ациоф с половиной хп еле-еле на базу ковыляет. На миде все относительно ровно, но здесь также Клауд в легкой продолжает фармить. По нетворсу давайте посмотрим. У Наги первое место. Как вообще так? Что случилось? По крипам. По крипам Фени уже практически догнал, а сейчас еще и обгонит у нас своего оппонента. Вайпера от Висема. У Фени по нетворсу 2165, ну и на 150 вайпер позади. Дальше идет QO. QO, в общем-то, по фарму тоже достаточно комфортно себя чувствует. С фазами дела еще лучше станут. Дженни, на которой на сложной фармит, на данном этапе тоже имеет 1900 по голде. В общем-то, близко-близко к QO. Так, на орале у нас на QO Blade Fury имеется. Имеется также Healing Ward. Сайленс получает у нас Дженни, никуда отсюда не уходит. Кью на лоу хп, будет ли еще один дикей? Да, через дикей бойс у нас забирает. Джаггернаута в это время у нас рассыпался на миде. Рассыпалась Нага Сайрен. Каким образом, не совсем понимаю. Ну, видимо, Вайпер в соло настрелял, думаю, что так. Ладно, перематывать не будем, умерла и пес вообще с ней. У Наги 120 на руках, фрейсбенд появляется, тут Аквила, скорее всего, еще загрейдится, а уже потом пойдет свои чудеса собирать. Хотя еще я знаю классическая схема для Наги барабаны собирать, а потом уже выходить в Радианс. Правда, Радианс тогда откладывается на 2-3 минуты. Зато Нага становится сильной и малопробивной. По дефенсу она совершенно не страдает, с барабанами по хп не будет страдать никоим образом. Так, бойс у нас здесь поймал Наца. Нац отсюда отходит, Дикей только на раз попал у нас по Скайрес Магу, но Скайрес Магу это более чем достаточно. Тут и так кот наплакал силы, еще и минус 3 от 24, понимаете, что печаль для Скайрес Мага такой слабый. Всю силу высосали из него на линии. У Андаинга ничего не появляется, есть только тапок, здесь в это время у нас разбирают Бэтрайдера. У Бэтрайдера тоже не очень хорошо дела обстоят по крипам, 15 на 1, фармить толком Бэтрайдеру не дали. В легкой, во-первых, трипла стоял, дабла точнее стояла и нормально его наклоняли. Теперь в лесу пошел пофармить, в лесу та же проблема. Стоит вард и прекрасно видит, что у нас Бэтрайдер, точнее видел, потому что остается 2 секунды. Вард у нас рассыпается. Развалился вард, теперь, возможно, появится какое-то пространство для марша, но тоже тут ребята не лыком шиты могут заново завардить. И подходить маршу с одними транквилами к такой трипле, я думаю, очень проблематично. Стан, Shadow Strike в спину, ну и пару дикеев, еще если тамба вдруг, не дай бог, поставится, там, понятное дело, марш не выходит. У нас тролль здесь дерется против Кио и против Ациофа. Ну, драка это, конечно, не назовешь. Его больше наполучал от Тауэра. Тролль пока не дееспособен. Нету фазов, а у Кью уже фазы имеются. После них рингов Базилиус и есть также
порядка 750 на руках. Что у Фени? 400 по золоту у Фени, у Висема уже практически готовая мека. Просто тапа, как вилы, а дальше выход в меку. Висем для команды делает очень много, и под тамбой вместе с мекой драться будет более чем полезно. Решили Андерминер, я так понимаю, пропушить тавер. Ну, Марч все делает, чтобы этого не случилось. Ну, машинку, конечно, не поджечь, но машинка сама в соло долго дамажить не будет. Забирают фарм. Забирают фарм, пушится линия. И надо уже Маршу выходить на лайн. Тем более, Firefly закончился. Ну, Марш, скорее всего, попадет здесь. Если останется, понимает это. Марш уходит как можно скорее из файта. Тауэр для команды Underminer. Первый тауэр на карте. В это время QO у нас рубит вышку на миде. Сюда уже летит Undying. Будет ли тамба? Нет, тамбы нет. Еще 15 секунд. Зачем ты сюда тогда прилетел? DK у нас проюзал бойс. Прилетает сюда также Vengeful Spirit. Пошла погоня за QO. Винги свапа еще нет. Да, у Винги нет свапа на 4 левела. Но станом тоже не дотянуться. Хиллинг вард есть, да. Стан в QO. Где? Еще один удар. Стики юзает у нас QO. И тут Дженни действительно немножко натупил. Scream of Pain бы в спину на дорожку. И QO у нас бы отваливался. А так по факту еще может отвалиться Дженни. 10 секунд еще до даггера. А здесь нет рептайта или что? Почему? Но рептайт есть, все, Дженни отваливается. Фени у нас в соло разваливает квапу, хотя она была на лоу хп, но тем не менее, никуда не улетела. Нац без Мистик Флеера, пока еще Vengeful Spirit живет. Song of Siren у нас от Фени, команда MVP отходит. Ну, по итогу этого файта, давайте глянем, что там у нас по графикам случилось. По графикам ничего толком и не случилось. 500 по золоту впереди команда Underminer. Немножко отковырялись тут 1000-1500 игроки. MVP по экспириенсу менее 1000, тоже в пользу Underminer. Вышка сыграла свое дело, потому что, понимаете, не по фрагам тут дела обстоят. Дело в снесенной вышке, ну и по фарму впереди сразу два игрока команды Underminer. За счет этого и выигрывали 2000. Дерутся менее удачно. Если какие-то масс-файты более-менее равным количеством, то команда Underminer проседает. Ну, теперь у Вайпера имеется мека. Теперь, я думаю, без тамбы не будет у нас Undying врываться, потому что это невероятно необдуманный шаг был. Развалили двоих, причем миди разобрали, забрали еще и полезного героя. Так, Фени у нас приплыл. Фени в своем лесу нашли, расковыряли очень быстро. Квапа забирает фраг и отомстила Наги Сайрен за то, что происходило по Т2 команды Underminer. Счет 5-6. Сколько за Фени дают сейчас? За Фени дают 452 по золоту. Нормальный обменный курс на Нагу Сайрен на 10-й минуте. В принципе, никакого стрика не было, да и быть не могло. Откуда вообще стрики до появления Радианса? 1600 уже на руках у Фени, но ему умирать вообще нельзя. В это время у нас тролль Варлорд рассыпался под лосо, под Мистик Флеером. Да, тролль очень быстро рассыпался тут. В общем-то, и показывать нечего, все просто. Влетел, зацепил, подножки бросили Мистик Флеер. Там 5 троллей можно снести за такой рассказ. Underminer выходят на Т1. Отцов не будет, я думаю, здесь дефать. Ну, подстопит, но толком ничего не сделает в пользу своей вышки. Просто отдалил ее смерть на 1 секунду. Undying забирает тауэр. 5-7 счет. Графики пока в сторону Underminer, тоже 500. Ну и по экспириенсу видите полнейший ноль. Команды близко идут друг за другом по левелам. Но здесь, конечно, два кор-героя команды Underminer в топе. Дальше уже идет три игрока команды MVP. Понятное дело, что все это друг друга балансирует. Такие показатели стабилизируют ситуацию на карте по экономике. Но мне кажется, два перефармленных игрока лучше, чем три наполовину дофармленных. Зацепили у нас Вингу. И какое же счастье для Vengeful Spirit, что такой у нас кривой Ациоф оказался в данном моменте. Ставит фиссуру и блочит у нас Вингу с обратной стороны. Там уже просто тэп-аут к тому же делал Джаггернаут. Возможно, у нас Ациоф, кстати, не такой кривой, как мне казалось. Возможно, я кривой, не понял мува. Потому что я видел, что тэп-аут у нас сделал в это время Джаггернаут. И фиссура лежала между ним и Вингой, и еще тем, кто прилетал сюда. Кто сюда прилетал? По-моему, прилетал сюда Бойс или Дженни. Дал своему тиммейту уйти. Пауза закончилась.
Хорошо, что паузы достаточно быстрые. По золоту 1500 Underminer, по экспириенсу немного впереди команда MVP. Под смоком у нас здесь Марш, у Марша есть Лассо, у Марша есть Firefly, и самое важное, что есть у Марша, это Dagger и, я думаю, желание подраться. Не решилась команда MVP выйти, даже странно почему, но Вижена нет, и опять же можно нарваться на троих-четверых. У Марша нет форстафа, если он влетит, ему улетать будет попросту нечем. Обижать, когда тебя в пятером в спину ковыряют, ну не лучшее решение 100%. ВСМ здесь на лайне, уже его увидели, поняли, что прилетает еще и кто-то. По цвету ТП было видно, кто это прилетает. Ну, вчетвером команда MVP на сложной линии. В это время втроем игроки Underminer ковыряют Рошана. Vision. Нет, Vision'а нет для команды MVP. Ну и, соответственно, не очень понимают, где находятся игроки MVP Underminer. Но их дело просто отвлечься от всего и рубить тавер. Два игрока должны выйти на лайн и показать, что мы здесь. Что мы здесь, и мы не пошли на Рошана. Ну, и так забрали. Тайминг, в принципе, тайминга хватило. Не додумались MVP войти в рошпит. Ну, это, в общем-то, для них минус скорее. Потому что драться все шансы были. Во-первых, Mystic Flayer был не проюзанный. Во-вторых, Эхо Слэм был от Ациофа. Ну, все необходимое было. Под Song of Siren можно было бы зайти, но, видимо, слишком поздно MVP об этом подумали. Давайте по вещам пробежимся. Нага, кстати, на первом месте. 91 уже у нее. 3477 на руках у Фени. Очень скоро появится Sacred Relic. И после Sacred Relic начнется немного другая история. Немножко давайте отсрочим этот момент. Там уже вообще полнейшее уныние будет на карте. Насколько мне видится, конечно. И разберемся по вещам других игроков. У Квапы тем временем появляется Нул Талисман. Есть Power Threats. У Тролля 1700 на руках, Helm of Dominator и Face Бутсы. Так, выход у нас на мидлейн, Т2 горит, Battle Trance проюзали, Клауд на лоу хп, по Mystic Flayer'у бегает и Клауд не умирает. Вовремя проюзали Меку, Клауд просто так Aegis разменивать не собирается, тем более подхилить его есть чем. Да он и сам с Доминатора нормально будет сейчас хилиться, все, в принципе, уже фуловый кор-герой команды Underminer. Мы видели, что у нас у Клауда, давайте глянем на Висема. У Висема уже имеется поинт-бустер. Готовится выход в Аганим. Мека давно была. Так, у нас Эхо Слэм по голове Дженни. Дженни рассыпается очень быстро. Лассо плюс Марш проюзал. Через Firefly отсюда уходит. Один в ноль подрались. Тамба стоит. Подходить к команде MVP сложно. Хотя и вчетвером Underminer надо сначала расковырять тамбу. Ну, Цов здесь может отгрести от одних мумий. Ну все, Т2 скорее всего отдают. Игроки команды MVP ничего полезного для своей вышки сделать не смогли. Висем отправляется на нижний лайн. Против него здесь QO. У QO есть омни-слэш. Было бы неплохо насуетить еще один левел. По-моему, именно этим QO и занимается. Пока что в соло Вайпер точно выживает. По хп у Вайпера все в порядке. Плюс есть Мека. Давайте глянем на экономику. Всего 1000 в пользу команды Underminer. По товарам счет 4-3 впереди команды Underminer. Но это не особенно ощущается. Хотя, может быть, это именно этот товар и есть. Но, в принципе, да, по 200 каждому, 1000 и насобирается. По экспириенсу абсолютно ровная игра. Абсолютно. То есть, понимаете, MVP забирает один товар, и игра выравнивается как по золоту, так и по экспириенсу. Шестнадцать минут позади. Пока что массированных файтов и комбинации с тамбой Андаинга я не видел. Андаинг зарабатывает уже 7-й левел. Голем имеется. В общем-то, можно бы и подраться. Почему не собирается у нас команда MVP сражаться, толком не ясно. Но тут, конечно, и Шейкер с Эхослэмом под тамбой. А Underminer, может быть, и себе дороже вообще файтятся. Надо цеплять Шейкера, потом ставить тамбу. Конечно, это будет наиболее верное решение, иначе рассыпятся от одного Эхо Слэма, это вообще будет полнейшая печаль. Вроде такие сильные герои,
и так безнадежно умирают от одного нажатия кнопки R от Шейкера. Думаю, что кнопки R, думаю, что Шейкер играет у нас на классической раскладке. Не классической, а стандартной раскладке, а не раскладке из WC3. Ну ладно, это все детали, не касающиеся данного матча совершенно. ВСМ переходит у нас на Т2. Спушили Т2 на топе игроки команды Underminer. У них остался задел только в один тауэр. Внизу не тронуто еще Т2. А так все 5 тауров внешних развалились. Клауд у нас пытается зацепить Марша. Клауду уже пора разменивать Аегис. Он это понимает. И вот, пожалуйста, 17 минут 20 секунд. Нага Сайрен покупает Радианс. Все, в общем-то... В общем-то, все необходимое для команды MVP уже состоялось. На 17-й минуте они примерно, точнее, решили, как будет протекать игра недавно, а на 17-й минуте перешли тот рубеж, когда история делится на до этого момента и после. Теперь пойдет у нас Фенни, не пойдет у нас Фенни, получится ли пушить лайны, не получится. Все зависит уже от самой Нагисари, но там стандартно, я думаю, будет мув от Фенни. Без каких-либо выпендрежных моментов. Если дали нафармить Радианс Наги, то будьте добры, терпите. Ну и Нага в полной мере лайны любовью своей снабдит. Игроки MVP отправились на нижний лайн. Тут последний Т2, и есть смысл за него побороться и разбить его, чтобы была попытка зайти на хайграунд до того, как это сделают иллюзии Наги. Пока у Наги нет Мантастайла, пока у Наги нет Тараски, нет еще какой-нибудь ерунды по типу Баттерфляя, да много всего на Нагу есть. В общем-то, стандартный билд известен всем. И вот пока этих артефактов не появилось, возможно, Underminer и смогут хоть как-то забрать голду, забрать хотя бы один лайн. Это было бы очень круто, потому что дальше просто хуже будут идти дела минуту за минутой. Пока что Underminer на 2000+ выигрывает у своих соперников. По экспириенсу ладно, по экспириенсу это не считается. Но еще немного времени и будут проблемы. Поймали у нас Весема. Весем здесь меку, в принципе, имеет. Тамбу поставили. Бойс просто рассыпается у нас под Мистик Флэром. Еще и Тамбук его, скорее всего, заберет. Заработал денежки. Все оказалось нелепо. Файт не удался под смоком команды Underminer. Собрались без Тамбы драться. На Весема, видимо, байтят. Клауд готов врываться. У Клауда уже пропала Эгис. У него имеется Сенджин Яша. Есть Доминатор, есть Фейсбуцы и Рингов Базилус. Ну, драка намечается лютая. Ациоф, пошла фиссура. Мистик Флэйра нет. Пока что Весем живет. Зацепили у нас Ациофа. Крика в спину одной корове. Все остальные фуловы. Свапнули у нас QO. QO через Blade Fury отсюда уходит. В итоге одного Шейкера потеряли MVP. С базы пока что Boys не выходит. Ну, выходят на Tower. Имеется Battle Trance. Правда, здесь глиф проюзали, но несколько секунд еще можно будет в Battle Trance поковырять Tower. Ему действительно будет достаточно этого. Половину вышки снесли. Марш летает. Марш без лосо. Все эти Firefly, в общем-то, ничего страшного не будут являть. А вот Omni Slash это неприятно. QO у нас поймали. QO ловит ульту. Mystic Flare под ноги Клауду. Клауд живет. VSM тоже нормально себя чувствует. Приходят иллюзии Наги. Где тролль? Он их должен разбирать через топоры. 2 в 0 подрались. 2 в 0 и половину вышки. Да какую половину? Там 80% вышки уже упало. VSM бежит от иллюзии. У Марша лосо уже имеется. Правда, Марш у нас... Пока что Даггер имеет в откате. Фиссура пошла. Нац решил подраться с Вайпером. Не по шансам. Вместе с троллем настреляли у нас Аскара с Мага. Бой заходит сюда с Ациофом. Под ноги Ациофу ставит Тамбу. Ациоф разлетается в щепки. Ну, он не боец. Тут, конечно, это не обсуждается даже. На лоу хп Vengeful Spirit, на лоу хп Вайпер. Но есть мека, значит, можно драться. Нага Сайрен, где в это время? Фенни в это время выфармливает у нас потихонечку мид. Это мне напоминает вчерашний матч ЕГЭ, где Фир фармил, пока у него постепенно падали товара и вместе с товарами под обломками разваливались тиммейты. Чем это закончилось, те, кто вчера смотрел, я думаю, вы помните. Тем, кто не помнит, расскажу, что Фир насобирал невероятное количество золота. По-моему, за 30 минут порядка 25 тысяч голды. Один раз умер. Игра закончилась, потому что Тима просто не тащила. Если до данной ситуации доведет у нас свою команду Фенни, то, в принципе, шансы
50 на 50, что что-то у нас Фини сделает. Если 4 игрока будут терпеть весь матч, там одному игроку, мне кажется, не выиграть. Дота не настолько имбовая игра, чтобы такая ерунда происходила. Не контролите Нагу, надо контролить других персонажей. В любом случае нужно навязывать экшен. Стоять просто медленно ждать смерть от радиации. Это действительно смерть от радиации, потому что... Ну вот, вот такая вот игра слов. Вот так вот я знатно скаламбурил. А смерть вообще медленная от иллюзий Наги, по-моему, ничего страшнее для дотера быть не может. Это просто... Когда я смотрю на команды, которые не выходят, которые чего-то ждут, которые стоят и смотрят, как Нага постепенно спушивает и надеются на чудо, у меня... Слеза вообще может оросить щеку и хочется обнять колени и плакать в душе. Непонятно вообще. Тысяча матчей прошла именно в таком ключе, когда Нага идет и сносит линии. А некоторые коллективы позволяют себе еще умудриться забивать на Нагу. То есть пока мы не озвучиваем проблему, ее якобы не существует. Нет, проблема уже существует. У проблемы уже нетворса 12300. На 700 больше, чем у... мейн-керри команды Underminer. Я говорю сейчас о Клауде. Соло решил Дженни подраться. Но Дженни может навалять Наги. Все могут Наги навалять на 12-й минуте. Это несложно. Вдвоем-втроем Нагу вообще можно в пыль растереть. Дженни не решается драться. Нага уходит дальше фармить. Ладно. Ладно, ладно. Скользкая дорожка, конечно, для команды Underminer. Но они, в принципе, знали, на что идут. QO здесь соло у нас сражается против Рошана. Еще и Кентавр пытается у нас навалять QO. Стопит его, лежит Аегис. Ну же, заберите, разбейте. Чего Кентавр не разбил Аегис, непонятно. Висема на хайграунд у нас затаскивает. Стоит он в Firefly. Без напалмов. Надо вытолкнуть. Есть ли форстав хоть у кого-то? Ни у кого нет. Что, высвапывать или что делать? Нет ТП. Вложи ТП ты в него. Нет, не достает. Не достает у нас бой, чтобы вложить в ТП в своего товарища. Положи на глиф, можно выложить. После нового обновления можно положить шмотку, куда ты укажешь. Бойс, дружище, ну читай же ты чинжлоги. Дженни пришел патрулить, залез на хайграунд, стоит вместе с вайпером. Вайпер отсюда улетает. Да, забавная ситуация. 11-10 счет на данный момент. По золоту Underminer 3000 впереди, по экспириенсу. Более 3000. Ну, Нагу в пятером Underminer перефармливает. Остальные игроки команды MVP пока ничего толком не фармят. Нац кое-где насуетил в файтах. 5-2-3 у него счет. По крипам, видите, 18-1 у Шейкера. У Шейкера уже есть дагер. 50 сверху, еще и Staff of Wizardry. Ну и Марч. Тоже у нас не главный заведующий, конечно, по крипам. Ну и не особо бомжует. Есть форстав, есть уже Блинк Даггер, имеется Транквилл и 600 сверху. Дженни в инвизе. Дженни в инвизе видит сразу двоих игроков команды MVP. Недалеко находится Фенни. Сейчас Дженни в инвизе начнет гореть. Дженни у нас спадает инвиз. Просто моментально разобрали. Чего ожидал Аквапа в лесу? Чего вообще можно ожидать девушке, одетой как Аквапа? В чужом лесу, посреди ночи. Или что, день у нас, но тут вечно ночь. Ничего, собственно. Этого и следовало ожидать. У Квапы тем временем имеется Ганим. Есть Power Threads, есть Ноу Талисман. Ну, надо больше, потому что Нага все это сжигает очень быстро. У Вайпера есть Мека, есть Аганим. И 2700 на руках у Висема. Он пока чувствует себя уверенно. У Тролля 2000 после Сенджин Яши. Ацеоф у нас уже пошел во вражеский лес. Достаточно осмелел. Шейкер. Где Нага в это время? Нага пока иллюзиями не занимается своими. Пока что отошла похилиться и Мантастайл купила себе. Но теперь по иллюзиям вопросы будут немного иные. 6 Наг это, конечно, жестко. Понятно, 3 иллюзии, естественно, от Mirror Image и 2 иллюзии от... конечно же, Манта Стайла. Дженни рассыпается просто в салат. Сложнейший файт был для Дженни. Он просто простоял в сайленсе. По-моему, даже лассо не юзали. Хотя нет, лассо юзали, просто на месте держали, чтобы
Mystic Flare полностью вкастовать у нас в квапу. Underminer, в общем-то, и без Наги Сирены умудряются сыпаться. Пока что MVP впереди. По фрагам, по золоту Underminer кое-как выигрывает. Но это, опять же, вопрос времени и вопрос одной-двух ошибок. У Бойс уже имеется Hood of Defense. Ну и здесь готовится выход в Pipe. Все, Бойс начинает сыпаться от иллюзий. Клауд начинает сыпаться от иллюзий. Уже не так просто их убивать. Одним Рилинг Наксес тут не разберешься. С руки придется дамажить. А 4 иллюзии дамажить без сплэша. Это все долго и нудно. Ну, есть Квапа, у которой есть Аганима, которая с иллюзиями очень быстро будет разбираться. Но тоже после появления Тараски не так легко будут сыпаться иллюзии даже от Sonic Wave. Нац умудряется еще и подпушивать вражеский топ. Удивительно просто, насколько команда MVP смелая. Контроль за картой есть. Фени посылает иллюзии по всем вообще точкам на карте. Одна линия, вторая линия, вражеский лес. До своего леса еще иллюзии не дошли. Ну, теперь пошли по лайну. По хп 1400 у иллюзий, там дэмэджа получают прилично, конечно, но 18 дефа это более чем достаточно, чтобы крипы толком не дамажили. Иллюзии вообще не сыпятся толком от крипов, у MVP все в порядке, и я думаю, ситуация более подконтрольна им, чем команде Underminer. Даже не помню, на ком была Aegis, по-моему, Qo забирал его. Да, у Qo один слот. Вот здесь вот, собственно, и лежал у нас этот заветный камешек. MVP решили заходить. Ничего решили не выдумывать, решили заходить. На квапу у нас врывается Дженни. Огребает здесь, под Mystic Flare, Silence'ом, под всем чем угодно. Под лосо Дженни умирает уже шестой раз. 11-13 становится счет. MVP без Наги хорошо себя чувствует и дерут так не только без Наги, даже без Джаггернаута, на котором Qo отыгрывает, который тоже, в общем-то, кор-герой для команды Most Valuable Player Phoenix. Странно, очень странно Underminer ведут себя. Они никаким образом не реализовывают свою стратегию. Undying становится просто-напросто непонятным. У него нет ассистов, нет масс-файтов. Каких-то, в которых Undying мог бы проявить себя. Под сейф и под хил, ну, есть ребята, которые хилят получше, чем Undying. Которые также сносят тавера не хуже Undying. Чен, правда, был у нас в бане, но та же Инча была, которая могла бы нормально врываться. Плюс Untouchable тоже полезная штука. И плюс ренжевая атака, Нагу можно пораньше немного ловить. Ну, зацепили у нас Vengeful Spirit, опять же через Mystic Flare. Очень быстро развалили. Skyra's Mag уже в соло начинает убивать команду Underminer. Это выглядит немного печально. 11-14 счет. 2000 золота MVP по экспириенсу в ноль. У Шейкера Юл появляется после Даггера. Я думал, Шейкер будет форстав собирать. В принципе, зачем? Вайпер у нас развалился. Развалился от ульты Qo и, естественно, от обычных ударов Фени плюс Радианс. Вайпер сыпется. Тролль тоже, если появляется где-то на лайне, сыпется. Шейкер у нас еще забирает квапу. Опять квапа у нас сгорает. Как вообще так? Просто через лосо забрали? Я даже посмотрю на это. Ворвались, лосо, удар, удар. Все, без Mystic Flare под ноги. Почему квапа так сильно сыпется, я толком не понимаю. Шейкер там, конечно, ультанул еще. Ну, не знаю, я не наблюдал окружение, но возможно. Короче говоря, двух героев команды MVP, двух саппортов. Что Шейкера и Skyra's Mag, что Skyra's Mag и Бэтрайдера. А Бэтрайдера, правда, можно отнести к саппортам. Толком дэмэджа он не вносит на 31 минуте, так точно. Ну или что Корова и Бэтрайдер, как сейчас мы видели. Разваливают без вопросов одного из важнейших персонажей команды Underminer, Квапу.
которая, между прочим, фармила в сложной и достаточно неплохо это делала. По нетворсу Квапа уже на 5-м месте, но загнали ее вообще за самые дальние села у Фени. Тем временем 20 тысяч нетворса. Появляется ривер. В курице что-то летит, в курице готовая тараска. Для Фени вот теперь толком не ясно, что вообще делать. Как себя вести и как можно драться против иллюзий. Теперь постепенно будут сгорать бараки. Это вот то, о чем я думаю. Товара падать, бараки падать, все постепенно будет валиться. Иллюзии будут заходить, а сама Нага в это время где-нибудь коктейль в собственном лесу попивать. Наги уже ни к чему, собственно, лично присутствовать при сносе бараков. За нее вся челядь, которую она кастует, это делает. Ну вот, три иллюзии отправляются на мид. Можем понаблюдать. Sonic Wave не сносит Наги полное ХП. То есть, еще можно мансовать, еще можно как-то кайтить на себя. А Sonic Wave, по-моему... Нет, Sonic Wave второго левела, но с аганимом. Ну, практически третьего левела. Будет немножко больше дамажить, но там и Нага будет немножко поплотнее. 2500 по ХП на данном моменте, 20 по за броне у Наги. Вот так решил Фени поступить. Фени у нас играет в агрессивную Нагу, не хочет он просто наматывать на локти минуты, которые мы на него смотрим. Решил врываться, как я понимаю. Или, возможно, это просто, чтобы быстрее перемещаться по лайнам и быстрее выфармливать, даже не сказать артефакты, деньги, просто выфармливать деньги. Нага очень зависима от денег, и эта зависимость не в плане какой-то практичности и успеха, а в плане вообще как таковой зависимости. Как зависимы мы можем быть от всяких вредных привычек. Ну, тут черти что творится на карте. Знаю только, что умер у нас уже Undying, Vengeful Spirit тоже погибает, погибает Бэтрайдер. Пока что 2 в 1. Song of Siren не самый лучший, правда, саппортов умудрились забрать. Кио сыпется, Кио погибает. Это только потерянный Аегис. Шейкер у нас здесь кого-то пытался зацепить. Фени начинает драться против Клауда в соло. И Клауд неплохо в соло Фени рассказывает. Клауд один против троих. Сейчас под ноги нет, Мистик Флеера здесь нет. Клауд пошел драться, и Ациофа вытолкнули отсюда. Или сам он себя вытолкнул, Ациоф в никуда их ослэмнул. Но в любом случае это минус 5 для команды MVP и... В составе 4 человек. С Нага Сайрен, у которой есть Тараска, которой вообще, в общем-то, не надо возвращаться. Вообще, в общем-то. Ух, аж ударить себя хочется. Которой вообще не нужно возвращаться на базу, чтобы регениться. Это более чем возможно. Еще один Song of Siren. Последний был не самый удачный. Но это просто, чтобы улететь. Не драться, а просто отойти на хэграунд. Хотя вот здесь, видим, стоит Ацов, стоит Марш. У Марша готово уже лассо, имеется дагер, есть форстав. Взлетел у нас Марш, прыгает на Vengeful Spirit. Ее, скорее всего, здесь разберут. Ацов ничего пока не произвел, да и не получается ничего произвать. Только тотемом хлопнул по земле. Ацов пытается отсюда уйти. Scream of Pain. Квапа забирает саппорта команды Most Valuable Player. Плеер Феникс и Винга вместе с троллем до сих пор в таверне. 14-22 по золоту. Давайте лучше так посмотрим. 12 с лишним выигрывает команда MVP по экспириенсу. За десятку перевалило преимущество все тех же MVP. Нага реализуется. Поймали у нас Висема. Иллюзии Наги. Бедняга Висем, больно смотреть. Как так вообще случилось? Висем рассыпался, как глухонемой, очень сильно надавали ему. Ну, Фени не проседает по ХП вообще. Boots of Travel у нас уже у Марча. Марч тоже подходит к хайграунду команды Underminer. Я думаю, в принципе, у Underminer история постепенно подходит к концу. У Клауда 4600 на руках. Это все после Black King Bar, после Maelstrom'а надо покупать Мьёлнир. Тут иллюзии должны сыпаться быстрее. Иллюзии должны сыпаться только от одного мува тролля. Ну, Кио в соло разбирает у нас Квапу. Я думаю, Квапа не заслужила такого количества дэмэджа. Она действительно и от меньшего количества может погибнуть. Кио очень круто. И выйдет у нас стан Винги через Манта Стайл. Хотя и стан, в принципе...
Двое суток летел, там не заевейдить, это надо было еще постараться. Бойс рассыпается. Дикей, 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 но дикей не спасает тебя от смерти, это вам не грейв. Дефейт, дикей. Итак, сносится MVP, вносит очень много дэмэджа. Ацов у нас бегает на хайграунде, все под хилинг вардом, плюс урну здесь проюзали. Выкупается квапа. Зачем квапа выкупается? Соник Вейв QO, QO фуловый. Под момом Соник Вейв QO. Еще раз. Обращаю ваше внимание. Кио продолжает бить табор. Он и выйдет все, что угодно от винги. Вообще не хочет с ней считаться. Снесли Т3 и отошли. MVP по золоту сейчас будут на четвертом или даже на пятом этаже. Ну, 15 плюс по экспириенсу 14. Чуть-чуть даже больше, чем 14 тысяч. И самое интересное, что MVP не ходят на базу. Им незачем это делать. Единственный Фенни без маны. Диффуза появляются. Сразу же грейженный диффуза для Наги. Видимо, решили заканчивать. Ни к чему здесь кого-то стопить, словить. Можно просто идти и просто бить. Нага сейчас прилетает. У Джаггернауда 18 секунд до ульты. Джаггер, я думаю, доживет до этого момента. Плюс у него есть сыр. Всегда можно отъесться. Клауд топоры запустил у нас QO. QO под медальоном, но не сыпется толком. Здесь на лоу хп у нас Vengeful Spirit. Высвопнула тролля. Тролль бегает за фиссурой на своем хайграунде. Фени у нас здесь. Высвапывают Фени. Зачем это сделать? Ну, Винга хотела себя спасти, а по факту подставила всю команду. Вообще неудачный мув. Залетела на хайграунд и с хайграунда сняла Фени, в которого сразу 3-4 игрока вгрызлись. Была возможность убить Нагу. Эта возможность, в общем-то, была просрана, мягко говоря, Vengeful Spirit. Но там действительно агония, боли и унижение для команды Underminer. Они поняли, что драться после этого бессмысленно. Ну и то, что необдуманный такой мув был от Венги, это тоже интересно. Что там творится? А, это Шейкер хлопает по бревну. Ощущение, что кто-то по лицу себя бьет и смеется. Ладно, у нас заканчивается первый матч на повестке. Вторая встреча между MVP Phoenix и Underminer. Сейчас покажу вам таблицу и услышимся всего через несколько минут. Пока не забывайте, подписывайтесь в группу. Мы сегодня и ближайшие 5-6 дней будем разыгрывать Mystical на Betrider. Условия у нас на стене в группе. Посмотрите, там, в общем-то, задание для самых. Посмотрите, там крутой Mystical разыгрывается. Все делать очень легко и... Тут не рандом решит, а мы будем решать, кому давать мистикл. Поэтому, если какие таланты в вас скрыты, попробуйте реализовать. Читайте условия, я не буду пересказывать. Там, в общем-то, надо текстовый слоган придумать по деталям. Все можете прочитать в группе. Не забывайте подписываться, потому что участвуют в розыгрыше только подписанные клиенты. Ну и здесь на Твиче тоже, пожалуйста, фолловьте. Это очень важно. Потому что у нас начальный этап, насколько вы можете понимать, развития нашего. Дальше больше, но без вашей поддержки вся наша работа не имеет смысла. Все, услышимся очень скоро, пока что не расходимся.